существует так называемый опросник Марселя Пруста. Пришлось однажды отвечать на эти вопросы и Алену Делону. Вот они, эти вопросы и ответы месье Делона. Вопрос: что для вас верх нищеты? Ответ: видеть по ТВ миллионы детей, умирающих от голода. Вопрос: где бы вам хотелось жить? Ответ Алена Делона: конечно же, во Франции. Вопрос: в чем, по-вашему, заключается счастье? Реплика вместо ответа: о-ля-ля. Вопрос: каким ошибкам вы более всего снисходительны? Ответ Делона: а нельзя ли заменить на менее всего снисходительны? Вопрос: каких героев романов вы предпочитаете? Ответ Делона: мальтийский сокол Д. Хаммета и комических героев. Вопрос: ваш любимый исторический персонаж? Ответ Делона: генерал Де Голь. Вопрос: ваша любимая героиня из реальной жизни? Ответ: она умерла, это Луиза Вейс. Вопрос: какой героине из области вымысла вы отдаете предпочтение? Ответ: Мессолини. Вопрос: ваш любимый художник? Ответ: сегодня Милле. Вопрос: ваш любимый композитор? Ответ Делона: Вагнер. Вопрос: какое качество в мужчине вы цените больше всего? Ответ: честность. Вопрос: а в женщинах? Ответ Делона: женственность. Вопрос: какую добродетель вы предпочитаете? Ответ Делона: отсутствие лицемерия.